15 декабря президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в заседании саммита «Восточное партнерство». При подписании итоговых документов саммита азербайджанское правительство встретило с глубокой обеспокоенностью и принципиальным возражением попытки включить в итоговый документ саммита пункт, осуждающий внутреннюю политику президента и правительства Беларуси. Беларусь – один из главных партнеров и союзников Азербайджана на евразийском пространстве. Глава Азербайджана представил особое мнение своей страны по данному вопросу и не позволил придать пункту по Беларуси консолидированный характер. Кроме того, Азербайджан решительно отверг попытку передать представительские функции легитимного правительства Беларуси Светлане Тихановской, поддержав законное правительство страны во главе с Александром Лукашенко. На эту тему нам дал комментарий военно-политический аналитик, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский. На сегодняшний день для Беларуси любой внешнеполитический шаг по отношению к ней позитивный, скажем так, является важным. Очень важным. А имея еще в виду то, что у нас давние и добрососедские, хотя бы не соседи, сегодня на каждом уровне каждый голос имеет свой вес. На сегодняшний день, да, сложилась такая очень, в ОДКБ не та ситуация, о которой мы думали, когда создавали этот орган, военно-политический альянс ОДКБ. Вопрос в том, что когда Армения арестовала своего генерального секретаря, который был в то время генеральным секретарем ОДКБ, а потом еще требовала, чтобы был второй от Армении, а там идет по алфавиту А, следующее Б, значит Беларусь. Вот. И в данном случае, конечно, пошли очень напряженные отношения. Режим Пашиняна, мы прекрасно понимаем, кто там, что там. На сегодняшний день я только одно скажу. Самое большое американское посольство сегодня находится на сегодняшний день в Армении. Мы приняли программу в ОДКБ о партнерстве, о наблюдателях и так далее. И всегда стоял вопрос, и стоял президент Беларуси Лукашенко, стоял вопрос о даче какого-то уровня Азербайджану. Потому что без него в этом регионе все равно ничего не делается. Азербайджан на сегодняшний день и активный актор политики в ближневосточном регионе. Понимаете, для нас Азербайджан как-то вот стал более близким и, скажем так, понятным партнером по общению, чем с Арменией.